Всем привет, ребят! Вы на моем канале, и сегодня у нас вторая часть пути бомжа на Black Rush, на синем сервере Black Rush. Регистрируйтесь по моему нику, пригласившего Валера Кабин. При получении 5 игрового уровня вы получите 50 тысяч игровой валюты, а мы погнали! Итак, вы спросите, откуда у меня столько бабла? А вот сейчас я вам покажу, как я добыл столько... такой баланс за много времени. Ну, в принципе, это делается очень... Пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал. Я сейчас вам покажу. Итак, сейчас я вам покажу, как я добыл такой баланс. Итак, вот мы уже возле новогоднего инвента. Сейчас мы побежим к Деду Морозу, чтобы взять там мини-игру. Но я вас попрошу поставить лайк, подписаться. И сейчас я вам покажу. Заходим в ледовое падение. Ледовое падение. Заходим, залетаем, ждем, пока начнется катка. Итак, вот началась каточка. Сейчас мы ждем, пока появится дыр, куда надо нам будет упасть. И сейчас вы увидите, что дальше. Итак, мы сейчас ждем 4 секунды и ищем просто яму свободную, куда можно упасть. Итак, вот уже появилась яма. Итак, мы подаем яму, вот наши 3 косаря. И вот так вот можно делать много-много раз и... В принципе, за это ничего нам не будет. И вот так вот я поднял наш баланс. Но я сейчас так бы не буду делать, потому что, ну, как бы, типа, я уже так много раз сделал, типа, потом я буду и так еще фармить. Ну, я думаю, вы поставите лайк, а мы, наверное, сейчас погнали купим одежку. Итак, вот мы уже возле магазина одежды. Бежим сейчас к одежде, берем, покупаем одежду. Одеваем и едем в правительство выполнять Black Pass. Итак, вот я купил сейчас самый дешевый скин, потому что нам надо как-то еще будет развиваться. И потом мы себе купим что-то подороже, пока что сейчас пойдем выполнять Black Pass. Погнали сначала, наверное, все-таки сбегаем, попробуем к автошколе, возьмем скутер. Ну, наверное, его сейчас, как всегда, в принципе, не будет. Но, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь. Это очень важно. Конечно, как всегда, нет. Ладно, погнали, сейчас заходим в Black Pass. Извините, ребят, просто я очень путаюсь в Black Pass и вообще в донате. Я, в принципе, мало доначу, поэтому я не очень разбираюсь в Black Pass. Итак, сейчас нам надо будет выполнить первые несколько заданий. И думаю, сейчас мы немного бабла поднимем. Ну, просто я не очень люблю Black Pass, потому что я его не умею трогать, так сказать. Я с ним не играю. Сейчас мы купим 2 ремки. Это задание из Black Pass'а. Итак, все, мы выполнили задание в Black Pass. Сейчас забираем этот и идем, делаем что-то другое. Тут все просто связано или с гонками, или с фермой. А я гонки и фермы я очень не люблю, так сказать, выполнять. А сейчас мы, наверное, найдем задание с правительством и поедем в правительство. Вот, я нашел задание купить лопату. Сейчас я покупаю лопату, и я тоже увидел задание с правительством. И мы туда тоже сейчас отправимся. Итак, забираем свою награду. Это задание с шахты, я, наверное, не буду сейчас выполнять.
Так, мы сейчас поедем в правительство, там сделаем задание, и я вам еще кое-что покажу. Итак, сейчас вбиваем GPS, смотрим, где правительство. Итак, мы нашли правительство, и сейчас будем к нему отправляться. Теперь я пешочком буду бежать к правительству. Итак, вот я уже возле правительства, сейчас мы заходим в правительство. Итак, все, я уже выполнил задание. И сейчас я вам хотел показать кое-что. Вот оно именно самое. Это второй уровень, и сейчас мы побежим брать работу автобусника и попробуем уже в следующей серии быть, играть на нем. Итак, вот мы получили XP и деньги за то, что мы устроились в эту работу. Ну, я думаю, то, что мы сейчас посмотрим, попросим кого-то, чтобы нас взяли еще в семью, потому что у меня уже есть второй уровень, можно заходить к кому-то в семью, но меня, наверное, сейчас не возьмут никто. Ну а если вам понравилась эта часть рубрики «Пути бомжа на Black Rush», ставьте лайк, подписывайтесь, и следующая серия уже выйдет очень скоро. И в следующей серии мы будем зарабатывать на работах как автобусник и курьер. Но я уже, честно говоря, я её уже снял, и могу вам так немного сейчас приспойлерить. Это просто капец. Меня там просто развернули, и в итоге я на полпути просто уже перестал работать. И меня потом убили. Но это так вам, небольшой спойлер. Поэтому ждите третью. Ну а всем удачи. Всем пока. Ждите третью часть. Она уже скоро будет. Поэтому всем удачи. Всем пока.